Вы знаете, что произошло на Украине? Это напоминает мне процесс накопления исхода лавины. Вот когда лавина накапливается, ничего не видно, ничего не заметно. Все спокойно, тишь, гладь и Божья благодать. И такое ощущение, что в этих горах ну просто прелесть. Свежий воздух, солнце, птички поют. Но достаточно одного щелчка, чтобы эта лавина сошла. Вот таким щелчком для Украины оказалось, скажем так, заявление Януковича, бывшего президента, о том, что он всего лишь откладывает, да, подписание документов с ЕС. И этот маленький щелчок, который, в общем, в другой стране был бы и незаметен, ну, подумаешь, там, на 2 недели отложил, там, на месяц отложил, будут еще говорить, не будут. Тем более, что он потом выступил и сказал, что наше направление в сторону Европы остается, значит, неизменным и так далее. Поздно. Все уже было поздно. Лавина сошла. Из чего накопилась эта лавина? Она накопилась из всего того беззакония, из этих тысяч мелких врадиевок и украинских кущев, которые там происходили. И сам тот факт, что эта лавина сошла, что эта революция вдруг случилась, взорвалась, говорит о том, что процессы, происходящие внутри Украины, были очень нездоровыми.